сегодня, когда отмечали старшее поколение, которое сегодня присутствует за столом, мы забыли сказать о том, что оно, конечно, умело воспитывать детей. Оно имело к этому талант. Но в каких сложных условиях жило это старшее поколение после войны? Это голод, это холод, это разруха, правильно? Это то, когда ты... Вот мне рассказывал, например, даже мой отец мне рассказывал, что выходишь на улицу и листочка не найдешь, все съедено. Понимаете, вот это ужасно. В каких условиях жили эти очень гордые, трудолюбивые люди? И я думаю, Виктор, ты не будешь против, если мы одну военную песенку, ну такую, такую победу, знаешь, вот, я всегда говорю, есть одна песня, которую любит Ангела Меркель в Германии. Это песня «Казаки в Берлине», друзья. Берлинской мостовой кони шали на водопой, шали потрепливая гривой кони мальчики. Разбивает верховой, эй, ребята, не впервой, напоить коней, казак не в пище жаль. Пилоткой на узлу стоит, с тонким станом, как глаза, синевой блестят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут на Берлин наши казаки. Задержаться он да рад, но поймав сердитый взгляд, а ну-ка рысь сюда, крикнул за скоту. Конница прошла, а девчина расцвела. Нежный взор не уставляет. Казаки, казаки, едут, едут на Берлин наши казаки. Казаки, едут на Берлин наши казаки. По берлинской мостовой снова едет верховой. Про девчину, про казачку говорит, друзья. Ну, давайте, Виктор, сейчас мы этот блок закончим веселой шуточной песней украинской «Ты ж мене підманула». Ну, давай. Давай, как мы, ходи тудой. Мужчины, говори со мной, кто у нас? А женщины помогают нашей группе женской. Так, готовы мужчины? А женщины? Я твой Олег. Женщины готовы? Всегда готовы. Ну, давай быстрее. Не слышу женщин. Всегда готовы. Пришел ты, мы не мог, ты на ноги вела. Эй, ты на ноги вела.
на концерт, як пішов ти мені мав. Іванова привела, тиждень не підвела, тиждень не підвела, тиждень не мала того, сума разом звела. І казала у п'ятницю, піде разом до синицю, я прийшов тебе нема. Сейчас у нас группа Убавили, давайте им аплодируем, вот такие замечательные веселые песни наши девочки и мальчики исполняют. Сейчас у нас еще одно поздравление, потом танцы. Счетчиков Владимир Анатольевич, пожалуйста. Успокойся, пожалуйста, я не знаю, сам тут заволновался, вышел. Ну что, ведь столько было слов сказано. Я не знаю, что добавить, все по делу. Что могу я тебе сказать, ведь? Вот, видишь, красавица жена, красивые дети. Здоровья тебе, чтобы все это было. Спасибо. Все. Спасибо, Володь, что ты приехал. Ой, куда, как не приехал. И я тебя люблю и уважаю. Спасибо. А я? На соседа не должен походить, должен на папку, давай, спасибо. Друзья, прошу наполнить ваши бокалы. Сейчас еще раз поговорим о семейных хлопотах, семейных заботах. И здесь я хочу отметить вот что, ну, глядя на Виктора, его супругу, сразу видно, что это молодые родители, которые полны забот, хлопот и прочей суеты. И как же здесь, дорогой Виктор, не обойтись без участия доброй, сердечной, заботливой тещи,
Правильно я имею в виду? Есть же у нас теща в зале, да? И я сейчас хотел бы, чтобы вы все эту тещу увидели, ей поаплодировали. Галина Сергеевна Игнатова. Ура! И, друзья, как ни странно, теща с зятем дружат, правильно так понимаю? Вот. Так, а чем себя проявил? Не больше, чем у тебя огород скопал картошкой, нет?